Всем доброе утро. 12 апреля. Нормально, да? Так у нас снег. Всю ночь шел. Прикольная погода. Как будто зима опять. Сейчас на работе. Хотела кое-какие товары показать. Смотрите. Стеклянная турка. Интересно, да? Неужели она на печке там не лопнет? Ничего. 319 рублей. Кто-нибудь такую покупал? Пробовал? Блин, неудобно сейчас просто открывать. Ну, таким образом она выглядит. Интересно, да? Так, ладно, далее пройдемся. Мельницы, электромельницы. Вот такие Велфорд, которые я тоже пользуюсь сейчас дома. Они сейчас по 265. Ценник, правда, еще не поменяли. Это вчера ценник сменился. Вот. Так что имейте в виду, их тут несколько, там достаточно. Но они прикольные, но там на 4 батарейки. Так. Дальше вот такие вот формы для куличей. 199 разъемные. Диаметр 10 сантиметров. Вот такие планоформы. Далее вот такой столик, поднос раскладной с ножками, 1000 рублей. Так, еще знаете для себя, что я сделала новинку? Емкость для масла. Вот такая вот емкость. Сначала думала для крупы. Такой носик, то есть масло сюда заливаете, вот такая узенькая. Так, здесь объем 0,75, 79 рублей. Вот такие вот, кстати, штучки для муки просеиватель. Они сейчас подешевели, стали 139 рублей. То они всегда были дороже, по 200 с чем-то. Потом 199, сейчас 139. Люминарк. Вот такой набор бокалов. Смотрите, интересно, как вот такая форма. Под углом показать никак, но вы поняли, то есть не просто круглые, так никак достать надо. Вот так вот они смотрятся, тоже интересно, мне кажется, необычно. Но вообще как бы много из посуды привозят в магнит. Так, салатник. Такой, что ли, 59 рублей по карте. Такой с цветочками. В форме банана. Мне кажется, не очень удачная такая форма. Может, под какие-нибудь орешки только. Я уже дома закончил. Я с телефона снимаю, чтобы быстрее видео как бы загрузить и смонтировать. Вот. Ну, спасибо, что заботитесь о моем здоровье. Там вылечивайся. Я уже как бы на выздоровление, уже как-то соплей нету. Радует, что на выходные пошла. Блин, волос. Сейчас пойду мыть голову. Вот.
Особо больше акций в магазине нету. Сейчас вечером поздно уже, короче, администратор помогала, перебирали сигареты. Сейчас же закон с 1 апреля, что меньше МРЦ-129 сигареты не продавать. Ну и, короче, там много, кстати, сигарет нашли. Даже цены такие 119 рублей, там Ротеман с кнопкой, компакт. Потом, ну, много-много всяких разных. 120 рублей, вот для курильщиков, да, рай целый бы. Но нельзя уже, как бы, ими торговать. Ну и, короче, помогали, упаковывали в коробки, подписывали. Вот, и завтра куда-то будут, короче, их в распределительные отправлять. Вот, помогла, как бы, это. Ну, попросили, я помогла. Ничего такого сложного нету. Тут Паша наготовил тоже этих котлеток. Котлеты с лапшой, короче. Ну, они там поели, говорит, подвели котлетки. Я пока сейчас не хочу. Сейчас чай попью. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Ладно, мои хорошие, буду отдыхать. Честно, ну, как бы подустала. Сегодня, знаете, как интересно. Пятница. Полдня вообще народу не было в магазине. Просто не было. Они пошли, наверное, после 4 часов, то есть после работы. Еще как раз сейчас зарплатный день. Там, ну, я имею в виду заводы. Вот если у нас зарплата 15-го, заводы тоже где-то там 13-го, 14-го начинают получать. Вот, и к вечеру, ну, дофига народу было. Вот, ну, а так, в принципе, нормально. Ладно, мои хорошие, все, на этом точно я с вами прощаюсь. До завтра. Все, всем спасибо. Пока-пока.